Вот, впрочем, цены на зерно продолжают расти. Об этом сообщают в Минсельхозе. Стоимость тонны пшеницы на Черном море увеличилась до 250 американских долларов. Это на 34 доллара выше, чем в июле. За минусом стоимости логистики цена на казахстанскую пшеницу выросла с 61 до 78 тысяч тенге. Минсельхоз также сообщает о росте цен и на российском рынке. Я отмечу, в Казахстане собрали рекордный урожай зерновых – 26 миллионов тонн. Но ранее сообщали фермеры о сложностях с поставками зерновых на внешние рынки.